Для этих ребят сегодняшний день особенный. 4 комплекта ключей от новых квартир под звуки аплодисментов находят своих владельцев. В канун Нового года, такого нами всеми любимого праздника, мы делаем такой подарок детям-сиротам. Конечно, это не последний подарок, который мы делали и будем делать. За последние 5 лет 67 квартир получили наши дети. Сегодня мы вручаем 4. Хочется, вы знаете, какое счастье иметь квартиру. Это можно создать семью, иметь детей. Квартиры муниципалитет приобрел по социальной цене, значительно ниже рыночной стоимости. Помощь в важном деле оказала строительная фирма «Кубань Агростройкомплекс». Татьяна вместе со своей сестрой в числе счастливцев, которые получили ключи от новых квартир. Девушка закончила сельскохозяйственный техникум, а сейчас работает в магазине одежды. Татьяна призналась, что давно мечтала о собственном жилье и поделилась планами на будущее. Я очень благодарна городу курорт Анапы и Краснодарскому краю за получение квартиры, своего жилья. Я очень рада, что у меня теперь свое жилье. И в планах я хочу открыть свой бизнес. Специально для нашей съемочной группы Татьяна показывает свое новое жилище. Чай, правда, пока не предлагает. В квартире еще нет мебели. Но это, как утверждает девушка, дело наживное. Главное – своя крыша над головой. Всего в рамках краевой целевой программы «Дети Кубани» в конце этого года было приобретено 7 квартир для детей-сирот. Ключи от собственного жилья в ближайшее время получат еще 3 новосела. Руслан Немцев, Михаил Григорьев, Анапа регион.